направлены. То есть он не там шаг влево, шаг вправо. Он у тебя стоит. Поставленный голос. То есть он вот там... там где-то захотел, и ты его завибрировал. Делать его нужно на нашем любимом вокальном приеме фрай. Вот без этого приема вообще можете, в принципе, забыть о записи. Также заканчиваешь. На Западе самый сильнейший вокалист – это кантри. А у нас, соответственно, все, кто народный ставил, они могут тянуть любые вообще, любой высоты ноты на груди. Что вообще как бы нонсенс считается. Вот, а здесь ты просто на груди можешь подать объемную ноту, и она хорошо прочтется. Это надо заниматься. Ко мне! И все хорошо. Как ты что, хочешь петь чистым и кричать? Скрим – это работа на ложных связках и на мягком небе. А еще лучше взять эту школу, посадить своего тупого педагога и сказать: смотри! Это хей! Это это гу-гу-гу! Все вокалисты отлично понимают, что между концертами им лучше отдыхать. А если ты пошел в клуб на свою любимую группу, взял пивка и пытаешься разговаривать с подругой, то на следующий день ты приходишь такой, как будто бы ты тур отъездил. Если ты будешь тушеваться и не сможешь донести информацию, которую ты написала там, или кто-то написал эту тушу, передать до человека, то значит, наверное, это не твое. А если ты хочешь это сделать, то ты сделаешь любым способом. Почему там появился такой вокал, как скрим там, или гром? Потому что надо было усилить эмоцию. Гром сейчас, правда, перешел в какую-то очень странную такую тему. Там не усиление, не усиливание, не ослабляя, он просто рычит себе и рычит. Это не очень понятно, это терпение, но это стилистика, здесь уже ничего не поделать. Колизей! То есть это можно добиться тренировкой. Да, но если ты природная не дано, то лучше не надо мучить себя. Возьми на ноту ниже. Никто не умрет от этого. Диапазон, причем он, это такая эфемерная такая фигня, он скачет просто от дня ко дню. Ты встаешь, у тебя, например, красные дни календаря, он у тебя сразу на октаву вырезается, просто сразу же. И ты еще понять не можешь, почему это делается. А подать себя на сцене, это вообще не очень верное определение. Ты выходишь петь для людей. Ты выходишь как бы не просто там петь, да, то есть я певица там больших и малых, мастеров говорят. Ты исполнитель творчества. Не стесняйся и не бойся передавать ту мысль, которую положила как бы в основу творческого произведения. Потому что фишка не в тебе, а фишка в нем, в произведении. Ты его вышла нести. А думать о том, как себя подать, там, может, как-то двигаться надо не так. Вот эти все группы, вот эти смешные, которые заучивают движение, так, давайте здесь гитарист, басист прыгнет, а вот здесь вот он там ногу вот сюда поставит, а барабанщик там, это вообще провал. Я вообще не понимаю, как люди так живут. Итак, друзья, у нас состоялся очередной мастер-класс для акционеров нашего проекта на Планета.ру. Вам понравился мастер-класс? Да! Ждем вас, друзья, на следующих мастер-классах по гитарному искусству и на вокальных мастер-классах. Так что до скорой встречи. Увидимся на планете. Это творчество. Здесь нельзя думать.